7 по 8 августа 2017 года в КФУ проходит третья международная конференция по антропоцентрическому программированию. Цель конференции заключается в изучении теоретических и практических вопросов вокруг новых вычислительных парадигм. Для развития человеческого общества необходимы материальные, инструментальные, энергетические и другие ресурсы, в том числе информационные. В настоящее время характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится практически к любой сфере деятельности человека. Наибольший рост объема информации наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской и образовательных сферах. Так, участники конференции с помощью своих проектов обсуждали и разбирались в таких темах, как умная энергия, умный город и помощь в жизни. Для того, чтобы поднять все имеющиеся в мире исследования на тему «Человек концентрированного программирования», нужно обменяться идеями, существующими проектами, наладить контакт с программистами по всему миру в этой сфере. Мы должны иметь взгляд в будущее, активно налаживать контакты с исследователями по всему миру. Объединившись, у нас появится больше возможностей для решения своих проектов. Аурелия Сташкова, Олег Апачаев, Универньюз. We'll be right back.